вами блокнот Волгоград. Давайте узнаем, едят ли бургеры волгоградцы? Да, любим. Чизбургер обычный. С бифштексом, с овощами. Как же готовятся бургеры в Денвер? И чем же они смогут удивить футбольных болельщиков? Секрет хорошего бургера довольно простой. Это качественные и натуральные продукты. Если говядина, это мраморная говядина. Настоящие качественные булочки а-ля бриош. И настоящие свежие овощи. Вы можете попробовать наши бургеры, и вы поймете, о чем я вам говорил. Если вы хотите сэкономить целых 50% на обеде, вы можете прийти в Денвер Бургерную и получить один бургер, напиток и картошку всего за 290 рублей.